Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще Бог никто. Требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Нет. Но они прозреют. Неудачная идея. Последний шанс, маршал.
садимся. Сажай! Брат, понял. Диспетчер, слышишь меня? Да, слушаю, шериф. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нацгвардию. Прием. Так точно. Я вас помолюсь. Слушайте все. Три правила. Держитесь рядом, не доставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Салага. Внимание. Не зевать. Идем. Будет в церкви, не отставай! Смотреть в оба. Их легко спугнуть. Салага, сюда. Спокойно, ладно? Тихо! А ну успокойтесь! Вас это не касается! Не вмешивайтесь! Шериф, дело плохо. Все в порядке, Ханс. Все в полном порядке. Боже мой! На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием, маршал. Ты умнее, чем кажешься. Здесь надо. Мы не хотим иметь с вами дело. Он пришел убить отца. Да, старший нас в покое. Уймись. Отец что-нибудь придумает. Нам... Тихо, маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все, забрать оружие, забрать свободу, даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, еще рано. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, да, мы больше не будем страдать. Спокойно. Да. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они. Саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы! Так, всем стоять на землю. Всем стоять! Пушки на землю! Успокоились! Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. И вот. Конь бледный. И ад следовал за ним. Салага! Давай, в наручники его.
Бог защитит меня. Салага, браслеты на него. Иногда разумнее всего просто уйти. Пошли. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед! Мы пойдем вы не справа. Посмеете. Понял. Мы не позволим. Так нельзя. Не сходи с пути. Отец! Назад! Назад! Дорг! Что ты делаешь? Назад. Всем живо назад! Отпусти его! Не уходи! Салага, ты идем! Я федеральный маршал, и я приказываю вам отойти! Стоп! Убери оружие! Сейчас же отпусти его! Оружие! Ну! Я отдать его! Всем назад! Ну! Назад! Ну! Назад! Давай, давай. Сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу, скажите, что там случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. А они, вестники, узрят истину. Нужно валить отсюда. Да начнется жатва! Не трогайте! Отвалите нас!
боже мой! Надо выбираться отсюда! Путь горят! На воле Бога! Такова их кара! Ну, ты же, как ничто, твоя душа!